Всем привет, всем привет, всем здрасте. Да, это снова мы в эфире. Как-никак лето, теплые, жаркие дни и что ни на есть свадебный сезон. Мы находимся здесь, в Дворце бракосочетания в Омской области, в городе Благовещенске, где сейчас буквально очень много молодожен, которые женятся, влюбляются и делают такие необдуманные поступки. Сегодня мы за ними понаблюдаем, как идет их жизнь, что интересного, что нового и для чего это все делается. Ну и пока давайте будем ждать наших молодых. Все. Давай еще раз. Сейчас меня веником хлоп-хлоп. Я ненавижу твою маму. У нее самый невкусный борщ. Зачем я вообще за тебя выходила? И бей его цветами. Зачем я выходила за тебя замуж, урод? Сейчас я вообще хуй выгляжу. Я тут какашка выходила. Кто там? Вот сейчас здесь просто ебаническое событие, прям охуевшего типа, выходят очередные придурки, которые решили узаконить свой брак. И вот сейчас буквально вот эти два дебила выйдут отсюда. И мы сможем увидеть, насколько это замечательное событие. Можно вот эту хуйню снимать, все равно мы это в клип не вставим. Но мы просто делаем вид, что как будто мы ебаническое телевидение снимаем на фотоаппарат все, чтобы это все дело осталось. Саня, я прикольнусь, я вставлю видео. Да? Ну, когда... Нет. Не надо. Ну что ж, сейчас буквально несколько минут и выйдут еще одни молодожены. Мы их подождем и, конечно же, встретим, узнаем первые эмоции, первые впечатления. Если, конечно, они нам разрешат это сделать. Если не разрешат, есть Серега, он их побьет. А? Здесь или там? Там, там. Мало ли, тебя попрет ли еще здесь будет. Ну и вот выходят первые наши молодожены. Есть традиция, да, здесь в Амурской области ЗАГСа невесту выносят на руках. Вы сейчас вы можете это видеть, наблюдать. И, как говорится, вот такая вот хуйня. У меня просто закончились слова, я не знаю, что говорить. Вот так вот жених выносит свою невесту. Это традиция, которая соблюдается всегда, вся и везде. Сейчас мне звонит телефон, подождите. А нет, это было сообщение. Ну, вот так. И сейчас по традиции должен быть вальс. То есть молодожены танцуют здесь, вот обнимаются, целуются, их обсыпают рисом, кидают мелкие деньги. Причем мы можем наблюдать, что эта пара очень необычная, если заметить по наряду. То есть молодожены решили отойти от своих традиций и одеться вот так необычно. Да, это очень красиво смотрится, необычно. То есть вот такие вот есть пары. Ну, я думаю, сейчас, когда они закончатся, их чуть пофотографируют, и мы к ним присоединимся и поспрашиваем, что-нибудь самое интересное, веселое, такое. Ну вот, как говорится, вот они, эти молодожены. Ну, это так, видишь. Не, я потом уроню. Ну вот, как говорится, вот они, молодожены, те, которые вышли, да, встречаем, мы смотрим, что здесь буквально не одна пара, есть уже одна, вторая. То есть все идет в очень бешеном темпе, в очень быстром порядке, потому что молодожен очень много, все снимаются, все делают глупые поступки. Я вообще куда-то говорю ерунду. Ну вот еще одна пара молодожен вышла. Сегодня замечательный день, пятница. ЗАГС у нас работает среда, пятница, суббота. Самые пиковые дни, когда молодожены закрепляют свои узы. Вот мы видим пару, одну пару необычную. Пару необычную. Я думаю, мы сейчас с нашими ребятами пойдем и с ним поговорим. Зададим несколько вопросов буквально. Пойдем к ним. Все, поехали. Всем привет, да, это мы здесь находимся, здесь в замечательном месте, дворец бракосочетания, и вот встретили еще одних молодожен. Ребят, ваши впечатления, ваши эмоции, как, зачем вы это сделали? Знаешь, зачем? А просто решили и сделали, все прекрасно. Наверное, надо. Просто то есть надо. Решили узаконить, да? Наверное, да. Сейчас придется снимать квартиру, да? Да нет, уже не придется, да. Уже. То есть опыт был уже жили вместе, да? Уже даже дети есть, не поверите. Уже и дети есть? Да. Отлично. Планируете, наверное, еще развивать как-то семейство свое, то есть повышать как сколько можно больше? Три. Конечно, три. Трое, как минимум. Трое. А ты представляешь, они вырастут, а в институте сейчас 50 тысяч.
Что? Артем и Кристина другое заказывают. В смысле? Другое заказывают, другие вопросы. Ты что задаешь? Че? Ты все сорвал. Че? Че? Время нет у них. Понимаешь, надо, другое было. Это, ребят, извините. Ну че, дурак, обязали? Это. Мы ж. Вот сценарий был, блин. Все правильно, первый вопрос идет, потом второй. Все, ребят, мне когда. Ты че вообще? Тебя убил бы. Давай. Ты че, ребят, секунду. Че, ты че, Услышь, придурок, или че, блядь, ты на свадьбу, нахуй, сорвал. Блядь, нахуй, деньги, лучше, нахуй, лучше пил. Люди ушли, на свадьбу, сорвал. Артем, вот, сука, я тебя поправил. Девочки, пожалуйста, вот друзья ваши, что с***? Просто неопытный рабочий жизнь. Взял, сорвал розыгрыш. Готовили сценарий, писали. Вот ваши друзья, они к вам обратились. Вам забрали эмоции. Друзья, вас будет два изменения. Всего самого солидно, любовь, мне кажется, сегодня родиться. Хорошо, отдохнуть, всего самого солидно.